Сергей Данчев, чем тебе интересна пастель? Ну, во-первых, камерностью такой вот. Помимо, понятно, вот этих там таких вот мягких касаний, таких вальеров, там качество, вот это живописное такое проникновение, да, смешение, и это получается очень живописно. Там такие случайности происходят, даже как чудеса какие-то. Сам материал такой вот. А то, что камерность, ну, наверное, они, не знаю, как более уютные, что ли, работы получаются вот, в небольшом размере. И зачастую после написания большого формата там, в масле, я как раз делаю небольшие форматы, все наоборот, то есть в пастели. Что там? Что еще? Наверное, на пастели даже отдыхаю. При всей вот собранности, которую вот, ну, ты собираешься перед тем, как сделать, ну, все равно отдыхаешь. Потому что материал как бы диктует, ну, мне такое больше спокойствие, что